Приветствую вас, и мой ответ, он будет носить рекомендательный характер в том плане, что, знаете, я не думаю, что проблему отпуска детских обид можно решить за один ответ на ваш вопрос. Конечно, Лидия, эксперт Лидия и эксперт Андрей Смирнов предлагают свои способы, и это прекрасно, что эти способы есть, я думаю, что они, безусловно, помогают, но мне кажется, что все-таки вам бы нужно детально проработать все отношения со своими родными. Понять, что они не только ваши родные, уж я не знаю, к счастью или к сожалению, да, не только ваши родные, но они еще и люди со своей историей, со своими эмоциями, со своими переживаниями, со своей ситуацией и так далее. Например, пишете вы, что ваш папа ушел из семьи, когда вам было там, когда вы только родились. Безусловно, это очень трагично. События в жизни ребенка и в жизни вас как будущего человека, как будущей женщины, потому что понятно, что предательство отца, уход отца, это серьезное потрясение для вас. Но давайте подумаем с вами так. А что заставило вашего папу уйти, например? Что могло заставить вашего отца вас покинуть? Что могло заставить мужчину уйти из семьи? Какие проблемы может быть? Какие ситуации может быть? Вам нужно понять своих родителей как людей. Вам нужно понять, что они не к вам относились плохо. Они не вас предавали в действительности. Хотя вам, безусловно, так казалось и кажется до сих пор. У этих людей очень много собственных проблем. Проблем, которые они решить не могут. Ну, очевидно, до сих пор. И вот пока вы эти самые проблемы своих родителей не увидите, пока вы эти проблемы не прочувствуете, пока вы не перестанете думать, считать, полагать, что родители вас, именно на вас направляли свой негативный заряд, а не увидите, пока вы не увидите, что они направляли этот негативный заряд просто на что угодно и направляли его на вас, потому что вы были рядом. Вот пока вы это не увидите, пока вы не отойдете от субъективного взгляда на то, что с вами происходит, пока вы не поставите, не взглянете на ситуацию глазами вашего отца,
вашей матери, вашего брата. Вы не сможете простить им что-либо. И не сможете избавиться от детских обид. Почему? Потому что обиды – это всегда непонимание. И это всегда мысли о том, что родители именно вас как-то не любили, именно вашу жизнь пытались как-то отравить, ну и так далее. Все это не так. Даже если родители специально используют своих детей для своих целей, они делают это потому только лишь, что, простите, их нереализованность мешает им дать ребенку свободу. Но это их нереализованность, их дефицит, их негатив. И вот природу этого дефицита и негатива вам нужно понять. А для этого нужно разбирать детско-родительские отношения подробно, прорабатывая все, самые яркие, самые главные, самые болезненные, самые тяжелые ситуации вашего детства, пропуская их через призму взрослого объективного взгляда и выявляя для себя истинные причины поведения этих людей. Заметьте, я сказал людей, не ваших родных, ни мамы, ни папы, ни отца, ой, то есть ни брата, прошу прощения, именно людей. Потому что именно восприятие их как людей поможет вам лучше понять своих родных и отойти от обид. А дальше вам нужно, вам также нужно помочь с преодолением ваших комплексов, повышением уверенности в себе, с определением своих желаний, с личностным ростом, с определением ваших сильных сторон, как, впрочем, и слабых, и с определением ваших личных границ. Все это нужно нам с вами для того, чтобы отпустить детских обид. Ну и завершая свой ответ, мне хочется сказать так. Своих родителей, которые оказались явно не самой, не в самой лучшей для себя ситуации, вам нужно пожалеть. То есть просто начать жалеть этих людей. А чтобы начать жалеть этих людей, нужно увидеть, какими они были несчастными. Вот именно это и является предметом основной работы с психологом. Я думаю, что только так, в долгосрочной перспективе, вам можно и нужно будет избавляться от этих обид. Конечно, если вы хотите работать именно вот на будущее, то есть чтобы будущее вам действительно это не мешало. Потому что, по моему мнению, техники снижают определенное напряжение. Техники помогают справиться с эмоциями, убрать эти эмоции. Но техники есть производная от НЛП, нейролингвистического программирования, которая не устраняет саму причину. То есть работа становится в большей степени механистической. А кому-то это подходит, безусловно, но подходит ли это вам? Мне кажется, что нет. И дело здесь совсем не в том, что я хочу, чтобы вы работали со мной. Дело здесь не в том, что я вас завлекаю, вы можете со мной не консультироваться, если вам того не хочется, принципиально можете со мной не консультироваться. Дело здесь в том, что я руководствуюсь вашей выгодой. И я понимаю, что какие-то серьезные результаты, какие-то такие крепкие, устойчивые результаты получить можно только благодаря работе. То есть тщательному разбору всех ваших отношений с родителями. Помочь вам
преодолеть эти все обиды, помочь вам заново их пережить, выразить свои переживания, возможно, найти себе нового наставника, который заменил бы вам родителей, который бы помогал бы вам именно на духовном уровне. То есть это достаточно серьезная работа над собой и изменение своей жизни. Я думаю, что вы внимательно отнесетесь к своим словам, надеюсь, что вы внимательно отнесетесь к своим словам. Еще раз повторю, я не рекомендую вам работать со мной, а на самом деле нет. Выбирайте любого эксперта на нашем ресурсе и работайте с ним, если он вам покажется более привлекательным. Я просто хочу, чтобы вы поняли, ваши проблемы серьезны, она может испортить вам всю дальнейшую жизнь, вы это понимаете сами. И подходите к его решению нужно не спеша, обстоятельно, но твердо и неотвратимо. И вот благодаря ретроспективе, то есть переживанию заново тех ситуаций, которые были для вас болезненнее всего, поможет вам вступить на путь решения ваших проблем. Пока обиды в вас, они не были выражены должным образом, они будут на вас давить. Обиды нужно выразить, негатив нужно выплеснуть, а в том, что касается понимания, понимание обрести. Но только после того, как будет выплеснут негатив. До этого понимание, непонимание, неважно, негатив все равно будет на вас давить. И вот в том, что снять негатив, вполне можно использовать те техники, которые предлагают вам мои коллеги. Но с причинами нужно будет работать все-таки на сеансах беседы, или если вы хотите, можете, если вы будете работать со мной вдруг, то это можно видеоответ, аудиоответ, вот такой аудиоответ, как вот я вам написал, вы мне присылаете письмо, я вам на него записываю аудиоответ. Все здесь решаете вы, но в зависимости от вашего решения у вас и будет результат. Это все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы дополнительные остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.